Всем привет! Меня зовут Ирина Набок. Вы находитесь на канале сообщества мастеров Grand Nail. Сегодня по многочисленным просьбам я вам расскажу о маникюрной стойке для клиента, подруги клиента, так скажем. Дело в том, что у меня уже она несколько месяцев в работе, и многие уже даже ее купили, попробовали, и я имею отзыв от них об этой стойке. Поэтому я сегодня с вами пообщаюсь на эту тему. Первое, что хочется сказать о качестве этих стоечек. Я вот так вам покажу. Она не умещается у меня в нижнюю камеру, поэтому мне придется вот так ее покрутить. Посмотрите, она очень-очень качественно сделана. Я ее заказывала под свой стол. Он у меня белый и коричневый, поэтому вы можете выбирать любую обивку и цвет, точнее, не знаю, как он правильно называется, эко-кожа или что это такое. И она очень мягкая. Это подушечка. Здесь все очень хорошо, все швы заделаны, нет никаких торчащих гвоздей. Все, вот видите, везде заглушечки вот такие стоят. То есть она очень-очень классная на самом деле по качеству. Также вы можете ее делать под цвет своего стола, конечно, по высоте разную, по ширине разную. Для чего вам это нужно? По ширине вы, например, можете сделать, у вас уже стол, допустим, вы заказываете ее более узкую. У вас широкая лампа, вы заказываете под лампу. У вас, допустим, может под нее изначально помещаться при снятии материала пылесос, да, который ставится на непосредственно стол, может стоять пылесос, да, и уже рука клиента будет свисать, как раз вся пыль будет в пылесос засасываться. По поводу еще ширины, где вы ее можете еще использовать? Я работаю в педикюре на кушетке, соответственно, мне нужно, чтобы иногда нога была выше. Я тоже могу использовать данную стоечку. Очень это удобно на самом деле. Так что вообще использование ее может... Она может быть многофункциональной. Это стоечка. Значит, по поводу качества и надежности, здесь я вообще не сомневаюсь. И еще очень важный момент знать и понимать, что эта стойка, вот так получилось, да, что я ее заказываю от производителя. То есть все, что вот распространяется уже везде, оно будет стоить дороже, потому что это, ну, перекупы, да, скажем так. Поэтому эта стойка и вот этот вот адрес, да, куда я направляю всех, кто хочет эту стоечку получить, он 100% это качество, да, 100% это то, что у меня, и это будет дешевле, чем у всех. Также на эту стойку есть скидка от меня по промокоду Grand Nail. Я вам сейчас все покажу и расскажу. Помимо этого, что эта стойка дает? Меня многие спрашивают, удобная она или нет. Да, она очень удобная, потому что, во-первых, вот раньше у меня на столе стояла стойка, которая прикручивалась. Она была жутко неудобна. Ну, как бы не то, что она была удобнее, чем просто рука лежит на столе, но она не была такой удобной, как вот эта стойка, потому что эту стойку я могу убрать, передвинуть, вы дальше, ближе к клиенту, да, поставить. Это очень удобно, это очень, скажем, мастеру дает больше возможностей в работе. Вот. Также эта стойка не дает мастеру и клиенту возможность держать спину крючком. Это очень важно. Почему? Потому что когда ваша спина находится, да, ну, стойка ваша просто не дает это сделать, потому что руки у клиента лежат, и клиент должен быть всегда с ровной спиной. И, соответственно, мастер, когда берет руку, он тоже должен ее брать с прямой спиной, потому что он не может вот так согнуться. Это он просто будет упираться клиенту в руку. Поэтому это очень хорошая профилактика для прямой спины и для того, чтобы наша спина
спина мастеров не болела после работы, потому что у вас уже будет привычка всегда держать спину ровно. Это очень классно. Я считаю, что это даже самое большое преимущество для этой стойки. Итак, сейчас покажу, куда нужно зайти, и если вы захотите, где можно заказать и что у них еще есть. Итак, вот страница, на которой я заказывала данную стоечку. Она будет выглядеть вот так. Мебель, маникюр. Я дам ссылочку в описании моего видео, моего обзора. Значит, посмотрим, что еще есть на страничке. Значит, есть телефон, по которому вы можете связаться. Также вот она дает WhatsApp. Можно тоже перейти. Я с этой лично девушкой общалась. Просто на самом деле очень-очень хороший человек. Очень отзывчивый. То есть, ну, продавец просто замечательный. Значит, что они еще делают? Также они делают, что мне больше... Ну, вот у меня уже стол есть, жалко, на самом деле. Смотрите, они прямо делают фотографии из цеха. То есть, вот эти все столы, они уже... их уже заказали, да, кто-то. И уже, соответственно, они поедут своим обладателям счастливым. Вот, видите, вы можете прям целый комплект заказать, да, и... Стол разных цветов, полочки различные, смотрите какие, и кругленькие, да, также у них есть, сейчас вам покажу, различные закрывающиеся складные столы, тумбы, с передвижные, с ножками, без ножек, вот это тоже закрывающийся стол, то есть он, его можно, соответственно, убрать, да, скрутить, вниз опустить. К ним стоечки для лаков, стойки различные, полки для лаков, то есть которые, да, подвесные вот эти вот полочки. Вот такие просто обыкновенные столы. Они будут намного дешевле, чем даже вы купите в магазине. Они на самом... Вот видите, как оно собирается? Много-много полочек в этих столах. Вот такие полочки, да, стоечки. То есть и под косметологию, и под ваши, и под мастера маникюра, под все. И это они снимают в цеху, именно там, где все это делается. Видите, какие стоечки? У меня большая, высокая, а здесь низкие стоечки, да, вот эти вот под руки. Так что можно заказать, вот они, можно заказать и не переживать, это действительно... Ну, да, вот такие, кстати, полки тоже красивые, знаете, типа как из каких-то там известных магазинов. Вот, вот отзывы, да, их, то есть это живые люди, настоящие, тра-та-та, спасибо, спасибо, спасибо огромное. Люди благодарят, смотрите, розовые какие-то всякие, симпатичные. Есть также на этой страничке тоже отзывы, фотоальбомы с отзывами. Вот, все это настоящее, да, чтобы вы не переживали. Так, это я уже сказала. Вот видите, довольные люди, настоящие, да, с фотографиями. Как это все будет выглядеть, вот такие столики. То есть, вы поняли, что это настоящее. Дальше, у них еще есть вот такие вот кресла. Сейчас я вам... О них тоже расскажу. А, давайте, прежде чем я расскажу, еще вам покажу, что у них есть еще страница в Инстаграме. Вот так это называется. Мебель, нижний дефис, маникюр. Вы можете тоже перейти на нее. Здесь такая же аватарка, не пугайтесь. И здесь все-все-все показано, что у них есть. И отзывы точно так же. Любые фотографии загрузите на телефоне, конечно, это сделать намного проще и легче. Кстати говоря, про эту полочку я еще хотела сказать, что она у них очень устойчивая. Вот видите, она как бы внизу расклешается, то есть вот это придает очень большую устойчивость этой полке, и, соответственно, она не будет ни падать, ничего с ней случаться тоже не будет. Еще раз хочу напомнить, что этот магазин предоставил скидку моим подписчикам 10% вот на эти полочки, замечательные подставки под руки.
Вы можете воспользоваться этой скидкой при указании, например, если вы напишете в WhatsApp, ВКонтакт или в Instagram, промокода Grand Nail. Я вам сейчас еще продублирую, каким образом это нужно сделать. В описании под трансляцией будут все ссылочки на страницы. И также будет указана информация, промокод Grand Nail и 10% скидка. Также у меня есть еще одна прекрасная новость для вас. До 31 декабря 2017 года действует супер акция тоже по промокоду Grand Nail. 1000 рублей скидка на вот такие педикюрные группы. Замечу, что они на очень хорошей металлической основе, прорезиненный коврик для подставки, ваночки, очень хорошие качественно сделанные подставочки под ноги, замечательные, посмотрите, какие мягкие кресла классные. И что самое больше меня поражает, это бежевые ручки. Обычно всегда кресло бежевое, а ручки черные, поэтому очень классная штука, и мне кажется, что она подойдет и для новичков, и для профессионалов. Можете воспользоваться, но только до 31 декабря. Еще раз напомню, 1000 рублей при предъявлении промокода Grand Nail. Сейчас вам покажу, каким образом предъявляется, так сказать, этот промокод. Вот так вот, написать сообщение или в WhatsApp, пожалуйста, вы можете написать сообщение. И пишите промокод Grand Nail, скидка 10%, можете писать, можете не писать. И пишите текст, то, что вы хотите. И с ними уже непосредственно договаривайтесь о ширине, длине, высоте, цвете и все такое. Они всегда открыты для общения. Так что удачных вам покупок и всего хорошего! С вами была Ирина Набок, канал Grand Nail. До новых встреч в новых обзорах. Пока-пока!